Subway – всемирная сеть ресторанов быстрого питания. Компания «Аллигатор» – уникальный поставщик Subway в России. За 2013 год мы стали еще сильнее и достигли новых высот вместе. В этом году в России появилось 160 ресторанов Subway. Компания «Аллигатор» теперь доставляет продукты по новым направлениям, где открылись рестораны. Например, в Троицк, Ишим, Тобольск, Новочеркасск, Шахты, Рыбинск, Армавир. Открыт новый склад в Ростове-на-Дону, а в Волгоград и Нижний Новгород продукты доставляются теперь два раза в неделю вместо одного. Сегодня в России уже 674 ресторана Subway. В них работает более 9000 человек. Если все они возьмутся за руки, они могут встать по всей длине Садового кольца в Москве и замкнуть круг. Сегодня за день в ресторанах Subway отгружается 1550 коробок продуктов. В них 1000 тонн продуктов, из которых потом сделают салаты и сэндвичи. За год компания «Аллигатор» поставляет свыше 26 миллионов 400 тысяч сабов. Если все их сложить в одну линию, получится длина, равная расстоянию от Москвы до Чикаго. За 2013 год посетители съели 176 тонн куриной грудки. А самый популярный продукт в Subway – консервированные огурцы. Их компания «Аллигатор» поставила 229 тонн. За прошлый год Subway увеличил заказы в компании «Аллигатор» на 35%. И мы уверены, что это только начало. Мы знаем, что вкусной и здоровой пищи должно быть больше. Компания «Аллигатор» и Subway. Вместе мы помогаем людям есть всегда свежее.